Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимандзе. И сегодня мы продолжаем играть в GTA 5 Winter Edition. Что у нас будет сегодня за серия? Мы вчера, точнее не вчера, ну, в прошлой серии, может и не вчера, я не знаю, когда выложу. Ну, в общем, мы ограбили этот палетто-банк по заказу Стива Хейнса. Он сказал, что надо раздобыть это самое вертолет двухвинтовый на пару миллионов долларов. И там еще оружие, всякое всего. Лабораторию ЦУР надо нам разведать. Но это будет не просто вечно вот здание Стива Хейнса. Это провокации ЦУР. Они являются главным конкурентом ФРБ, и Стив Хейнс хочет их сметнуть, так сказать. В серии Blitz игра он сказал, что они получают деньги за продажу наркоты. Я думаю, что он явно нам врет. Вряд ли бы правительственные спецагенты так бы наркоту продавали. Нечего было больше сказать. Это последняя серия в 2020 году. Следующие будут уже в 2021, в январе. Какого именно числа мы начнем, не знаю пока. Ну, ладно. У нас тут задание от Тревора есть. Ну и местечко говёное. Утром. Тревора не видел? Наверное, где-то шляется. Пьет человеческую кровь или пожирает домашних животных. Не до такой уж степени он плох. Серьезно? Ну, хорошего в нем мало. Но какие-то чувства у него все-таки есть. Да, уж есть какие-то. И если ты их заденешь, для него это конец света. Что ты о себе расскажешь? Да нечего рассказывать, я независимый человек. Живу здесь, подальше от властей. А ты сдается мне... как бывший спортсмен-чемпион. Выезжаешь из-за счет. Раньше ты бросался в самое пекло, теперь боишься пятки обжечь, да? Эй. Еще раз мне выдашь такую хрень, узнаешь про все мои старые заслуги. Понял меня? Да, конечно. Я не совсем то хотел сказать. Скажи Тревору, что поезд идет. Какой поезд? С большой Пи. Где вы были? На свежем воздухе. Говорили о прекрасном. Да, говорят, стокгольмский синдром особенно хорош в это время года. Эй, парниша, следи за языком. Мы всегда об этом мечтали. Это поезд нашей мечты. Чё за бред ты несёшь? Я говорю про золото. Рон сможет всю жизнь сидеть в трейлере, и тебе на лечение хватит, и с мексиканцем расплатимся. И ты снова будешь в деле, братан. Вот так вот. Надеюсь, это не очередная фигня. Боже мой, офигеть. Мы же говорили про эту гигиену. Я пригласил тебя к себе домой, а ты мне вот как отплатил, да? Как будто я живу со скунсом. Ой, извините. Будь на катере под мостом через каньон. Сейчас мы Сегодня мы... будем захватывать поезд Мэриуэзер. Как говорит... как говорят Тревор и Рон, там... Так, короче, я беру машину, чтобы угнать катер, чтобы ограбить поезд и добыть немного золотишка. Да, катер должен быть быстрый. Тревор Филлипс гений логистики, так что в вагонах золотые слитки? Да? Ну, иногда. Это особый курьерский поезд, который принадлежит Мэриуэзер. О, опять Мэриуэзер? Точно, Майк. В вагонах не оружие, а барахло. Очень дорогое, чтобы везти по воздуху. Золото?
Иногда золото, иногда картины, иногда прочая фигня, дорогущий артефакт. Время от времени хватит тебе и мне, Рону и всем. А вот и он. Далеко ехать не надо. Вот этот поезд набит драгоценностями, мы должны грабануть его. Стойте, у меня билет. Ах да, Майк, еще один пункт в твоем списке покупок, нам понадобится бомба. Ладно, я возьму их, когда вернусь в трейлер. Вернешься в трейлер? Ты где? Нас работа ждет вообще-то. Не знаю. Я тут переодеваюсь еще, блин. Чё? Блин, а я не запрыгну туда теперь. Надо, наверное, прыгать не быстро, а аккуратно очень. Сейчас еще раз попробую. Не уверен, что получится, но надо попробовать. В первом прохождении я пропустил там раздел один, когда я падал с поезда. А, получилось. Как же так-то, а? Да, обязательно на байке надо ехать по ним. Как же это бесит меня, а? Соскакивать нельзя с вагонов. Просто бегом нельзя же попасть туда, да? Можно на самом деле, но игра такого не предусматривает. В первом прохождении я не смог пропрыгать по вагонам и пропустил этот раздел. В этот раз мы такого не допустим. Мы должны увидеть, как Тревор попадет в кабину. Привет. Пора сменить маршрут. В поезде новый кондуктор. Ты уже на воде? Да, рыбку поймал. Если понадоблюсь, дай знать. Выпотроши ее, сожри и жди меня под мостом. Когда проедем по лету, на нас набросится вся свора из Мэривезер. Наш маршрут изменился. О, тот самый склад, с которого мы выбирались. Прошлой серии. Майк, я рядом, ты под мостом? Я приближаюсь к заливу, сейчас рвану к мосту. Катсцены, где Тревор залазит в поезд, в первом прохождении не было. Я пропустил ее. Из-за того, что не смог пропрыгать по вагонам. Да. Льда никакого нет. Водичка чистая, блин. Но снег валенный. Как успехи? Наслаждаюсь жизнью, мой друг. Ты выбрал отличное место. Наслаждайся, пока можешь. Сейчас соберется буря. Красотень вообще. Обалдеть вообще. Это красиво было. Нас обучают. Не пофиг. Обучают, как кидать. Как выбирать оружие, находясь в транспорте. И чё, что это обучение во второй половине игры-то начинается? Не торопи меня, я тут спасательную операцию провожу. Опа-на, появились чудики. Так,
блядь, катер на катере, блядь. Где вертолет-то? А, вот. Братан, у меня патроны скоро кончатся, давай быстрее. Слишком много ящиков открывать надо. На мосту снайперы появились, надо... У тебя винтовка с тепловизорным прицелом. Убей их, пока они тебя не нашли. Так. О, блин. Блин. Зараза, застрелили меня. Ладно, сейчас попробуем еще раз. Он что, все еще и движется? Подходи ближе, давай. Так, вроде все. Можем отправляться, погрузка закончена. Наконец-то. Ой-ой-ой, меня винтами не порежь. Знаете, вот чем я задавался вопросом, что вот они... У них есть телефоны у всех, но... Они нас преследуют. Но они, видимо, водонепроницаемые, раз мы можем спокойно плавать под водой, не боясь, что телефон... захлебнется. То же самое еще можно сказать про то, что телефоны у них не падают. А, я думал, на вертолете, а там машины. Они меня убьют сейчас, у меня такое подозрение. Кончились, да? Вертолет, давай-ка я тебе стекло разобью, а то ты вдруг не видишь нифига, блин. Стекло грязное, ты нифига не видишь. Где-то мы тут сможем к берегу пристать. Тяжело тебе трудиться приходится. Просвети меня. Сколько дают за бессмысленное убийство? Центов 20, да? Тяжелые времена, с тех самых пор, как мы тебя похоронили. Эй, это были сбережения, которые я не мог тратить, потому что ты нас спалил. Не мог я пользоваться теми самыми деньгами, которые мы тогда грабанули, потому что моя личность раскрылась. Тревор говорит. Опа-на. Это все? Но ты же у нас независимый. Эй! Погоди ехать, давай-ка покажи мне добычу вначале. Окей. То, что надо. Не, нафига надо? Чтобы расплатиться с тем психом-мексиканцем. Отдадим ему это. А ты расстанешься со своим молодухой. Глядишь, и нас не убьют в Лос-Антосе. В гробу я видел этот долбанный город. Это мое дело.
Не тебе решать. Если бы не твое долбанное дело, мы бы не разосрались бы с этим мексиканцем. Мое дело. Мой куш. Отдай сюда. Эй, отдай мне кейс. Взамен получишь от меня кое-что получше. Что же? Федеральное хранилище. Иди нафиг. Это невозможно. Еще как возможно. Хотя и не просто. Да это самоубийство. Ты прикалываешься? Тебя это смущает? Давай, Ти. Помнишь, о чем мы мечтали? Когда начали? О крупном деле. То, что казалось бредом. Так ведь? Когда мы теперь снова вместе? И к тому же с нами Лестер и Франклин. Все у нас так получается, Ти, да? Это уже просто мечты. А, оставь себе этот кейс. Эй. Ладно, забирай. Забирай эту фигню. И Патрицию тоже забирай, я не против. Я ее уважаю и не буду насильно держать. Ну, спасибо. Но запомни, я буду за тобой внимательно следить. За каждым твоим движением. Ну, как скажешь. Если эта сволочь хоть еще раз ей изменит... Не знаю, что сделаю с ним. Слушай, Тревор, мы отлично понимаем, что семейная жизнь не для тебя. Но это ничего. Ведь ты хочешь быть в строю. Это здорово. Идем на крупное дело, да? Так, погнали. Стив Хейнс и Майкл. Алло. Таунли тоже на связи. Привет, Трев. Везись всю свою банду в Кейп Кэтвиш. Будем брать завод по производству химического оружия. Я кое-что отдал Лестеру. Подожди немного. Нужно разобраться с делами, вернуться в Лос-Анджелес. Дай мне недельку. Нет, на твои деньги за палеты мы купили снаряжение. Банда уже готова. Окно открыто, мой друг, и ты выпрыгиваешь из него. Да, блин. Лос-Сантос никуда от тебя не денется. Итак. Что у нас идет дальше? Надеюсь, Лестер все сделает правильно с этой штуковиной. Нам нужно направиться вот сюда. Одно из моих любимых мест в GTA, кстати. Да ладно. Я оставил тачку у дома. Даже несмотря на то, что я ее затюнинговал, она все равно осталась... старперской точилой. Джизлу позорно на такой ездить. Поблагодаришь после. И что за бешеные латиносы тусят возле хады? Бешеные латиносы? Интересно. Короче говоря, что у нас там идет дальше? Направляемся туда, куда нам сейчас сказал Стив Хейнс. Там начнем операцию. Чик-чик. Это кто? Алло? Здорово, айтишник, как дела? Я знаю, что ты до сих пор не ремонтом компьютеров кормишься. Когда ты мне работенку подкинешь? Если подвернется подходящий проект, я с тобой свяжусь, окей? Договорились, не забывай про меня. Рикки Люкинс. Тот самый, которого мы встречались в 4-й серии 1-го сезона. Так, приехали. К этому месту. Будем выполнять это дело ночью. Бред какой-то. Ладно, чик-чик. Вот то, что задание прервано, это подстава или что было? Ненадолго исчезлось, ненадолго появилось. Бред какой-то полнейший. В первом прохождении, когда мы сюда ехали, я там ставил музыку из мультика и пожалел на самом деле уже об этом. Она вообще не вписывается в атмосферу GTA 5. Извините за это. В этом прохождении такого мы не вставим.
Афера. Как дела? А, здорово. Как успехи? Я вот что подумал, ты с родными общался? Да, конечно. Да не, я соврал. Ни с кем я не общался. А, хреново, братан. Да. Но это уже не важно. Через полчаса ведь мы все равно все сдохнем. Ну что, ледис, как дела? Здорово, Тревор. Че так долго-то? Бизнес, Майкл, бизнес. Понимаешь? Я исполнительный директор большой международной корпорации. Ее дела отнимают много времени. Тебе, человеку праздному, этого не понять. Знаешь, Франклин, за все время, проведенное с нами, ты хоть чему-то научишься. Докази ты. Ты на электрический стул не попадешь. Если что-то нужно, обращайся к деловому человеку. Этот богатый мадафака ни на что не годится. Эй, подождите. Завязывайте с этим, пожалуйста. О, смотрите-ка, это федералы. Эй, а где еще трое? Какие еще трое? Мы же велели привезти шестерых. Это для бота для шестерых. Ничего вы не велели. Дэйв говорил. Нифига Дэйв не говорил. Ты сказал, что все сделаешь. Ложь сраная. Я ничего никогда не забываю. Ладно, тогда мы пошли. Подождите. Вы втроем справитесь. И сдохнем? Fuck you. Сам делай давай грязную работу. Я каждый день этим занимаюсь. Защищаю страну от подонков, таких как ты. У вас прекрасно получается, сэр. Эй, ты хочешь, чтобы дело было сделано? Пошли с нами. Давай, мистер халат и шлепаться и мистер депрессивный бухгалтер. Почему вы все время ленитесь? Почему? Да, действительно. Да, на этот раз все серьезно. Мои источники уверены, что в деле международных операций заговор. В управлении. Опять. Они используют место для синтеза опасного нейротоксина. О, боже. Они разработали план невероятно безумный. Сделать так, чтобы террористы распылили его в крупном мегаполисе. И тогда управление не потеряет финансирование. Людям, которые платят за борьбу с терроризмом, никто не увеличит до дотации, как успешный терроризм. Давайте проясним одну вещь. Не-не-не-не-не. Ничего прояснению тут не подлежит. Давайте займемся делом. Ладно, вы оба займитесь транспортом. Перестаньте страдать фигней. Майкл, ты с нами. Какой у тебя размер ласт? Ну, наконец-то они поняли это дело. А то они только и делали, что давали нам задание. Агент Нортон, вас давненько не было в деле. Нелепо выглядит. Вы способны устрашать заклятых врагах. Заткнись лучше. Ты, садись, ты поведешь. Двигаем вдоль берега на юг, тут недалеко. Раньше просто выдавали задания и... просто ленились, мы сами за них все должны делать. Наконец-то они работают вместе с нами. Блин. Слушай, Стив, давайте-ка без выкрутасов сегодня и клише. Сегодня мы сражаемся за свободу. Не заливай его патриотизм. Ты долго жил вне закона. Да, гражданский долг для тебя — это пустые слова. Может, мне пора исправиться и по ходу дела погибнуть? Такое вот клише. Никто не погибнет в мою смену. Даже никчемный злобный грабитель, которому нечего терять. Геройская смерть не для тебя, ты заслуживаешь бесславия. Да, слава богу. Сади. Эй, а где агент Санчес? Вы же сказали, это работа для шестерых. Мы могли бы взять с собой Санчеса, было бы шестеро. Ну, Франклин с Тревором там за транспортом отправились, и мы тут втроем. Но это уже пятеро человек. С Санчесом было бы шестеро. Вот залив. Мы проникнем по одному тоннелю. Погнали. Может у него дела, конечно, я не знаю. Но на самом деле я вам... в следующих сериях расскажу, чем он занимался в это время. А впрочем, вы узнаете сами, чем Санчес занимался, пока мы тут в лабораторию проникаем. Отверстие закрыто решеткой. Там ли у тебя резак? Когда доберемся до места, принимайся-ка за работу. Понял? I'm
Режу решетку. Ха-ха, вообще жесть какая-то. Зеленые точки, я просто офигеваю вот от них. Судьба все предназначила для нас. Она даже показала нам, где надо правильно резать. Колдовство действительно, походу, существует. Где, нам даже указали, где уязвимые места находятся. В первом прохождении я реально угорал с зеленых точек. Вот раз уж... А, вот, кстати, да. Вот правильно они сейчас заговорили. Мы купили все это снаряжение, которое нужно вам для вашего дела на свои деньги, которые мы, блин, украли, заработали. Так сказать. И именно мы на свои должны тратить все это дело. Лучше бы вы бы тратили бы на свои, блин. Ну или хотя бы за выполненную работу награду бы давали, а вы нифига никакой награды нам не даете. Так, все, вроде готово. Вот это задание интересное, оно мне нравится очень. Так, отлично, плывем по тоннелю. Находим вход. Ты уверен, что выход там, где тебе кажется? Сведения из надежного источника. До цели 100 ядров. Такое чувство, что я делаю колоноскопию статуи счастья. Это все-таки лучше, чем месить глину в заднице Тревора. Чувствуешь, вода теплее стала. Это значит, тут обоссался? Нет, вода теплеет. Это охлаждающий канал, никто не обоссался. Наверное, это неправда. Моя профессия плоха тем, что мне приходится работать только с тупыми преступниками. Теми, что дали себя поймать. Меня поймали, не забывай, я сдался. Меня не поймали. Он прав. Значит, ты вдвойне туп. Значит, ты вдвойне тупой преступник. Чем просто тупой преступник. Куда, блин, ты залетел? Чего ты ждешь? Да-да-да, догоняю. Какое счастье, что вы тоже работаете с нами, а не просто даете задание. А то вы вечно ленитесь, блин, только задание даете, а сами ни хрена не делаете. Так, там лестница, по ней можно забраться наверх. О, наконец-то. Так, как у нас дела? Мы готовы? Я готов сразу после рождения. Поехали. Какой у нас план? Эй, мы находим токсин и уходим. Вот такой вот у нас план. Веди нас. У нас есть электрошокер. Прикольная штуковина, мне нравится. Эй! Руки вверх. Теперь в лифт. Блин, обожаю эту штуку. Она не убивает никого. Она чисто вырубает. Там что находится? Блин, жалко, мы туда не попадем. Так, погнали. Какой там этаж? Как настроение? У меня супер. Жаль, тут твоей съемочной группы нет. И знак рая. Все нормально, вперед. Два лабиринта. Ой, это лаборант. Извините, но мы тут нейротоксин пытаемся украсть. А вы получите вот такой удар током. Шучу, бро. Вот такой удар током.
Блин, обожаю эту штуку. Здесь пройдет охрана, да. А, пусть идут, ладно, пофигу. Лучше тревогу не поднимать пока. Наверняка этот хрен в халате знает, где взять токсин. Эй, давай к двери. Сюда вы не пройдете. Вот. У него система блокировки. Дверь открывается только с той стороны. Эй, руки вверх. Назад. Стоять, у нас кое-что есть. Хочешь, чтобы он разлетелся на стекло? Открывай. Вот такой удар током! Ладно. Хорош тебе. Ай, теперь я самый опасный человек в стране. Только перестремавшийся. Спасибо тебе, федеральное правительство. Надо его в холодильник быстро доставить. Тревога! Тревога! В лаборатории нарушители. Блин, придется теперь достать пушки. Вот это лучше взять. Так, надо выбираться пока. Ой-ой-ой, осторожно. Да, они тут ставят опыты на обезьянах, блин. Какие негодяи. Блин, как мне нравится эта способность Майкла. Опа, и дробовик. А, злые обезьянки. На ними точно опыты проводил кто-то. Открывай. Сейчас подкрепление прибудет. Мы почти выбрались, надо. Мне лучше эту пушку использовать. Вот такой удар толком. Так, быстро сюда, в холодильник. Давай, пока не стек срок годности. Так, окей, аккуратненько. Эх, спокойно. Только я начал привыкать к тому, что у меня в кармане апокалипсис. Вот так.
Филипп скоро прибудет. Готовь эту хрень к погрузке. Я пару километров от вас. Груз готов? Груз готов. Давай, жми сюда. Кто бы мог подумать, что деньги из палета уйдут на этот вертолет? Это просто дерьмо какое-то полное. Нам сейчас такой и нужен. А может, такой же точно использовать для ограбления Мэриуэза? Мы что, его не оставили, что ли? Избавились от него? Можно было бы его бы сохранить и использовать. Они грабить палета, блин, ради такой ерунды. Чуть-чуть ближе немного. Мы не успели. Люди управления уже в здании. Лучше поздно, чем никогда. Заходим, вперед. Это слишком опасно. Если вертолет рухнет, западное побережье превратится в пустынь. Ты когда закончишь страдать, а? Может, мы разработаем план? Окей. Идите. А я прикрою. А, ладно. А трупы? Хорошо, что я не один из них. Вперед, идем. Специальные агенты ФРБ, все под контролем. Задержать человека. Да fuck you, это я тебя должен задержать. Что произошло? Где агент Хейнс? Только не говори, что у нас потери. Нет, он сам себя подстрелил, чтобы сойти за двойного агента. Может, они его допросят с помощью длинного алюминиевого фонарика. Хейнс выбрал легкий путь. Нам нужно оторваться от группы быстрого реагирования. Кажется, самый легкий путь выбрал Франклин. Он сейчас просто сидит и отвисает в ангаре. Давайте долетим до аэропорта и закончим с этим сраным делом. Мистер Филлипс, после того, как вы нас высадите, я заберу нейротоксин. Могу ли я вам поручить избавиться от вертолета? У меня есть дела поважнее, чем возиться с вашим дурацким вертолетом. Действительно важные дела, в отличие от войн с воображаемыми врагами. Дела сердечные. Ну что, прикалывается? Это вряд ли. Здорово, Фрэнк. Как оно, чувак? Химическое оружие там, да? Если это вообще оружие. Может, это пена для бритья какая-то. Я откуда знаю? В следующий раз только в воду полезешь ты. Ах, да, следующего раза ведь не будет, да, Дэви? Его не будет никогда. Я делаю все, что могу, по крайней мере, пытаюсь. Может быть, в этот раз нам повезет. В этот раз Стив сломается под напором новых технологий допроса. Допроса? Да ты с ума не сходи. Его сейчас к награде приставят. Дэви, ребята из управления будут теперь за вами охотиться. За тобой и Стивом. Не высовывайтесь, все будет хорошо. Ну да. Кто там еще тренькает? О, нифига себе, наконец-то! Что там такое? Наконец-то пребывание в глуши подошло к концу. Лестер договорился с своим психованным мексиканцем. Отдал ему артефакт. Теперь, пока я уже на помечении Тревора, мы в полном порядке. Как же Тревор? Да фиг бы с ним, ему нравится жить в пустыне. И потом мы как раз проведем большое дело. Наши пути разойдутся. Черт, как же я хочу вернуться на киностудию. Ладно, как скажешь. Я тебе позже звякну, окей? Какой же дурдом. Вся эта пустыня может идти в задницу. Пусть моя жизнь сплошная боль, но отныне это будет приятная боль. С комфортом и кондиционером. Ладно, бывай. Тревор, мне было хорошо. Но ты же знаешь, я дала мужу клятву.
Я знаю. Твоя боль велика. Но ты замечательный человек. Никогда в ней же не было так радостно и печально одновременно. Ты хорошо так говоришь. По какой-то причине те, кого я люблю, меня бросают. Блин. Я тебя не бросаю. Я еду домой. Если он будет плохо с тобой обращаться, я знаю. Я знаю. Да что тормозить-то все, а? Нет. Оставайся. Будь с ней ласков. Непременно, амиго. Или... Второе ухо. О, разумеется. У меня такая точка зрения. Мы с тобой и с Майклом теперь друзья. Хорошие друзья. Настолько хорошие друзья, что постараемся держаться друг от друга подальше. Идеальный вариант, мать твою, блин. И это, поблагодари Майкла за Стеллу. Она бесподобна. Да. Так и сделаю. Да, с мадраса шутки плохи. Сделаешь, поссоришься с ним и куча проблем. Ну... Ладно, мы наконец-то с этим разобрались. Можно возвращаться назад в Лос-Сантос. Едем в квартиру Флойда. Встретимся там. Чик-чик. Ух, давно мы дома не были. Цветет родная ель, блин. О, фургон. А куда фургон мой исчез? А, в смысле? Фургон у нас, что-то говоря, отобрали. Сейчас выясним, куда он пропал. Я уже соскучился по вам. Какого хрена тебе здесь надо? Да, забавно ты с кузенами здороваешься. Ты мне не кузен, Тревор. А я думал, что мы одна семья. Уходи отсюда, громи другой дом. Что за фигня происходит, Ллойд? Ничего, дорогая. Тебя на этой конференции никто не одарил. Ллойд! А ты говорят, что эти конференции настоящие оргии, да? Можно войти? Уходи немедленно, сейчас же! О, у вас тут кооперативная пара, да? У вас там с каждым исполнительным директором, которым связаться до Карлона можно, да? Во все дыры. И ради исключенности коллектива, да? По крайней мере, мне вчера так сказал Флойд, когда пялился на мой пенис. Уходи немедленно! Слушайте, я вот что скажу. У меня было тяжелое детство. Папочка меня не любил. Мамочка тоже. Окей. Слушайте, брат, я тебя люблю. И тебя тоже люблю, Флойд. Давайте будем вместе. Переходи с понедельника по четверг, а ты по выходным. Ну, я знаю, что это ненормально, но разве в нашем безумном мире? Нормально, это хорошо. Послушайте, дябра. Флойд, давайте поженимся. Вон из моей квартиры вы все. И ты тоже вали, Флойд. Я же сказал, у меня карьера, ты мне нафиг не нужен. Мне все это не нужно, это... Дерьмо. Да! Ну вот. Из-за тебя я ругаюсь. Флойд, да ты просто козел. Ты тряпка. И вообще ты никакой не мужик. Боб был прав насчет тебя. О, что еще за Боб? Убирайся в жопу отсюда, блин. Вместе со своим шизанутым дружком. Эй! Дорогуша, меня зовут Тревор. Да мне вообще насрать, как тебя зовут. Вот что, я умею им пользоваться. Боб научил меня. Нафиг Боба!
Да, это вообще не гостеприимно. Истеричка какая, а? Привет, Тревор. Здорово, Уэйд. Ты знакомился с девой? Интересная дамочка, да? Наверное, мне надо поздороваться. Нет, не стоит. Почему? Пойдемте, пойдем-ка в машину. Оторвемся. Тревор убил их обоих. Я знаю подходящее местечко, где мы можем зависнуть. Я мог бы заскочить за Флойдом и Деброй. Она немного зажатая, но может повеселиться. Не думаю, что она на это способна, Уэйд. Только Флойд? Да, только Флойд нас и встретит. Мальчишник? Типа того. Тревор, ты с ног до головы в красном... чем? Это сок, что ли? Да, облился вишневым соком. С каждым может случиться, да? Но на вкус-то нас не похоже на сок. Эй, не надо меня пробовать на вкус. Не лежи. Ладно. Помнишь, когда мы познакомились? Конечно, я... В прошлом году я ехал на стрелку с Дейзи Белл. И коноплей. И ты остановился в Сэнди Шорс, чтобы нюхнуть. И встретил дилера, который позаботился о тебе. А твои друзья тебя бросили. Странно все вышло, правда? Последний раз я видел их с тобой, когда вы поехали в карьер. Потом они просто исчезли. Бах, и нету. Ну вот. Они свалили. А теперь эта истеричка Дебра видеть тебя не желает. Делай выводы. В доме был полный бардак. Вывод в том, что ни на кого нельзя положиться. Ни на кого, кроме меня. Вот здесь остановимся. Да, можно сохранить. На самом деле, нифига она там не сохранится. Да, это домосед. Свою квартиру не обожаю. У нас с тобой теперь новый дом. Здесь. Ну и где у них там менеджер отвисает? Амиго, встречай своего нового напарника. Что это с домом такое? Привет, Лестер. А, привет. Только что мне позвонил Тревор насчет большого дела. Федеральное хранилище. Ты в курсе? Да, я сказал, что дело созрело. Ты тоже с нами? Да, конечно. Я кое-что проверю. Мы встретимся у Тревора. Он захватил мужской клуб «Ванильный единорог». Сообщи Франклину. Да, разведку большого дела мы делали в этой же серии, в первом прохождении. Я решил, что это не будет не сильно в тему, да и к тому же очень долго. Сделаем это в следующей серии. А на этом, пожалуй, все. Что я вам хочу сказать перед тем, как мы с вами попрощаемся. Новый год уже, новый 2014 год. Я имею в виду в GTA 5, они у нас 2021 год, а у них 2014. Это последняя серия. Следующие серии будут в следующем году. Майкл, конечно, как всегда, Майкл, конечно, к сожалению, будет его праздновать в одиночку, но, может быть, вместе с Франклином. Но его семья будет наслаждаться без Майкла. Нафиг он им нужен, естественно, блин. Конечно, я хочу. Они, конечно, не услышат, но я хочу поздравить Майкла, Франклина, Тревора и не только. Кого еще можно поздравить? Вообще всех поздравлю, даже тех, кто нам не нравится.
Аманда, Джимми, Трейси, Симон Итарян убит же. Кто там еще? Ламар Дэвис, Рон Джиковский, Уэйд Геберт. Кто там? Дэвин Уэстон, Молли Шульц, Дэйв Нортон, Стив Хейнс, Андрес Санчес. Кто еще? Ну или не знаю, кого еще можно поздравить? Мартина Мадраса и Патрицию Мадрас. Всех с новым 2014 годом. А вас, дорогие друзья, с наступающим. Поздравляю с наступающим 2021 годом. Подписывайтесь, ребята, на мой второй канал. На группу ВКонтакте подписывайтесь. И до встречи. Пока.